Привет, друзья! Сегодня с вами говорим про добавки, витамины, минералы. Нужны ли они современному человеку? И я хочу с вами открыто поговорить про эту вещь. Очень часто мне пишут такие комментарии, как: «Алена, привет! Я смотрел блогера, и мне рекомендовали вот выпить вот эти препараты. Или мне рекомендовали выпить вот эти вот электролиты. Или мне рекомендовали повысить, там, например, уровень витамина D по моему якобы анализу». И знаете, я хочу выразить свое мнение про добавки, витамины, нужны ли они современному человеку. И, в принципе, как они влияют на состояние психики и вообще в принципе. Я могу сказать, что добавки не нужны человеку только на том свете, когда действительно все плохо. В других случаях они нужны всем, абсолютно всем. Я не знаю ни одного человека, которому не нужны добавки и витамины. Другой момент, всегда вопрос: кому? Какие, когда, во сколько, зачем, для чего, с каким приемом пищи, на голодный желудок, на ночь или нет. И когда возникает куча таких вопросов, человек такой думает: оп, с этим всем еще надо заморачиваться, еще там что-то считать, читать, соотносить с лекарствами, с препаратами, со своим образом жизни, с питательными веществами, которые приходят, учитывать это все, и сразу такой: воу-воу-воу, мне ничего не надо, у меня и так все работает. Я как-то поеду на своей машинке, которая вот как-то едет. И поэтому, когда мы с тобой говорим о реальности силы витаминов, да, они очень сильны. Но я еще раз говорю, что это та история, когда ты понимаешь, что с чем относится. Вот сегодня, например, да, грубо говоря, у меня алкалоз, да, я закислена, а у тебя ацидоз. Или у меня сегодня на обед было мясо, и у меня вообще не хватает, может быть, кальция для раскисления. А у тебя не было, ты ел вообще растительную пищу, и у тебя все ок. То есть, понимаешь, насколько вот эта вся история запутана? И когда я вижу удивительные, просто удивительных людей, которые прям так легко, в легкую называют вот это от этого, вот я тебе скажу честно, я 5 лет читаю трактаты о метаболическом синдроме, инсулинорезистентности, совместимости, несовместимости витаминов, минералов, антиоксидантов, как работать с почечной недостаточностью, как тут и какие там... И я до сих пор... не поняла и 90%, понимаешь? Хотя я в этом каждый день провожу свое время. Могла бы этого и не делать, в принципе. И когда мне говорит человек, который просто 5 секунд такой, там что-то почитал и говорит: вот эти, ляпни вот эти добавки, и магний нужен, сейчас мы как этого магния нафигачим. Да, он не страшен, переизбыток магния, но иногда человек, он просто не нужен. То есть, понимаешь, да, он сам себе вредит. То есть, тут есть вещи, которые прям такие очевидны. Очевидность. И еще один момент, конечно, супер важно иметь для себя понимание, для чего тебе вот эти добавки. Например, у тебя эстроген доминирование, да, и ты хочешь помочь печени для детокса. У тебя гипотиреоз, и ты хочешь реально помочь себе. У тебя, например, накапливаются быстро тяжелые металлы ввиду там особенностей твоей, там, не знаю, печени, выводить их, особенностей там твоего глюкогеогенеза. Ну, в общем, куча всяких вещей, которые важно знать. И тогда они уместны. Еще раз, какие, кому, какой протокол. Вот я умиляюсь тем нутрициологам, которые говорят: ну вот сейчас вот эти 5 топовых добавок, которые прям тебе поднимут все, и потенцию, и настроение, и закисление уберут, и какать ты будешь хорошо. Я ничего не имею против, просто мне хочется сказать: мозгов вам, пожалуйста. Вы знаете меня, да, я радикальная, бывает эмоциональная, бывает такая... Но я — это я, и это мое отношение. Если вы спросили про добавки, я принимаю, я много принимаю, и думаю, хоть капелька-то в этом ЖКТ всосется, пусть он там всасывает как надо.
Потому что в этом мире, когда мы пьем чай, воду, когда мы пьем кофе, когда мы там едим молочку или едим какие-то фрукты, которые просто, ну, вообще мальсорбацию создают, то, то да. И правда о всех этих витаминах. Больше всего витаминов усваивается из питания. То есть все, что, вы знаете, я съел на 1500 калорий. Я говорю, а что ты там усвоил? Что там ты смог из этого обогатить себя, свои клетки? Понимаешь, уровень вот этого всего. И когда мне говорят, я прошла марафон у вот этого нутрициолога, который мне втюхала еще тонну добавок на 100 тысяч, я говорю, всем спасибо, мозги не дам свои. И да, ну это мое мнение. Извините, если так, то так. Любите меня, любите мой канал, я, как всегда, шучу. Без шуток наша жизнь пуста. Поэтому сегодня без холста вот такая странненькая пьеса. Подписывайтесь на мои другие каналы, телегу, инсту, ВК, где я бываю, там и ловите меня. Ваша Алена.